Всем привет! С вами канал Art Money. У нас сегодня видеообзор на покупки фикс-прайса сентябрь. Уже начало учебного года. Вот уже многие пошли в школу, наверное. А у нас с вами видеообзор. Давайте посмотрим, что я купила. У меня два мешочка вот здесь вот и еще один рядышком. Его, по всей видимости, немножечко незаметно. Вот. Давайте посмотрим, что я купила. Купила я такую чашечку, вернее, тарелка и кружка. Ням-ням, 99 рублей стоит. В ней единственный минус, я сразу не заметила, нельзя разогревать в микроволновке. То есть в посудомоечной машине его мыть можно, а в микроволновке нельзя. И можно до 60 градусов. Честно говоря, я не знаю в микроволновке, какая у меня там температура. Ну, как бы это меня немножечко озадачило, если бы я сразу увидела, я бы не стала брать. Потому что я все, практически все грею ребенку в микроволновке. И как-то ни туда, ни сюда. Вот. Стоила она 99 рублей. Так, здесь у нас со слониками. Были еще бегемотики, я хотела еще потом взять бегемотиков. Вот, но так вот. Да, кстати, она на присоске. Но, честно говоря, она мне не особо нужна. Я взяла ее ради того, что ли, стакан пластмассовый, потому что моему ребенку 2 года, и ему довольно тяжело брать кружку. То есть, ну, она тяжелая, сложно все это. И я боюсь, что она упадет, он ее уронит. А так, тарелки, вот, если честно, я сейчас вам маленький секрет скажу. Я ставлю вот на такие вот штучки, они силиконовые. Вот они вот так сминаются. Тоже их покупала в фикс-прайсе очень давно. То есть я ее кладу сверху, тарелку, и тарелка, она не ерзает. Они, кстати, для горячего. Я делаю вот так вот. Можно какой-нибудь купить в фикс-прайсе силиконовый коврик, наверное, даже. Его отрезать, обрезать там или что-нибудь такое. Тоже так же вот использовать. У меня их две штуки. Вот розовая и зеленая, по-моему, или желтая, не знаю. Вот так. Купила я вот такие сумочки для хранения. 55 рублей. Зубная щетка с пастой. Ватные палочки, ватные диски. И там для чего-то еще. 4 штуки. Как вот для документов бывают большие. На такой пластмассовой молнии. И есть вот такие вот. Очень удобно. Можно даже, кстати, использовать их для документов, например, полис. Сейчас полисы стали в виде карточек, такие вот маленькие, можно даже полис сюда засунуть, чтобы он у вас там не потрепался, что-нибудь с ними случилось. На самом деле очень удобно, потому что в каждой поездке там собираешься на дачу куда-нибудь или в гости, начинаешь для зубной пасты, для зубной щетки искать мешочек там для ватных дисков. Вот, потом эти мешочки не знаешь, куда деть, потом опять ищешь, то есть это очень долго. А это специальные такие сумочки для хранения, очень удобно. Знаешь, 55 рублей может быть и дорого, не знаю. Хотя, конечно, они могут недолго прослужить, потому что такие вот ломаются замки быстро. Ну, посмотрим. Так. Также я взяла такой IQ маленький журнальчик для детей 2-4 года. Он мне понравился, то что здесь вот есть животные, то есть они довольно симпатичные, довольно красивые, необычные такие, жирафчик, вот он, рыбка тут. У меня ребенку 2 года, и как раз сейчас вот изучать именно таких животных, собачка, вот кошечка, а вот морковка, помидорка, как выглядит. Это довольно интересно. Все в одном месте, он довольно маленький, плотненький, листочки тут плотненькие, хорошие, красочные. Цену, честно, не знаю. Ну, думаю, рублей 50, наверное, может быть, она стоила. Обычно нам на кассе всегда говорят, но тут промолчала девушка. Так, купила я такую машинку для удаления катышков, 99 рублей. Мы ее с вами будем вместе открывать. Пробовать, смотреть, работает она вообще или нет. Вот. У меня желтенькая, есть синяя и фиолетовая еще. Вот, посмотрим с вами. У нее будет отдельный обзорчик. Так, купила я еще
Вот у меня охлаждающий набор, короче, пластмассовый лед. Ну, я его так называю. Здесь они маленькие такие, небольшие, банан, кто здесь? Яблоко, долька. Вот такими вот дольками я покупала, правда, было чуть побольше, на Озоне за 115 или 120, 120, по-моему, 120 рублей. Вот, мне понравился очень, прям такой хороший. Здесь они вот помягче немножко. На Озоне они потверже немножечко, получше качеством. Очень понравилось. В кофе я их кладу себе, в молоко, даже детское молоко один раз перегрела, тоже положила. Надо было срочно. Вот. Здесь, конечно, они, наверное, похужее. Ну, посмотрим, как они надолго. Вот. Бананчик. Что тут, какой-то тортик, виноград. Так, долька, клубника. Ну, вот они. Сколько их тут набора. 4 часа ставятся, кладутся, вернее. 6 штук. Такая цена у них. Ну, рублей 55, наверное. 50-55, как обычно. Так. Купила я также такую лопаточку. Изначально я такую лопаточку видела в ленте. Стоила она 200 рублей. Тогда мне что-то 200 рублей показалось слишком дорого. Я не стала брать. Потом начала искать, не могла нигде найти. Мне понравилось то, что она вот цельная. Видите, то есть она прям целая. Другая у меня, я когда-то очень давно покупала в фикс-прайсе, там отдельно вот так идет, отдельно ручка пластмассовая и отдельно силиконовая лопаточка. И вот это вот соединение, которое вот там есть, туда забивается грязь, и она вся почернела, там уже не знаю, что там, плесень, наверное. И это не очень приятно, это не очень красиво. Вот, и вычистить оттуда довольно сложно ее. Ну, каждый раз вычищать, она потом просто развалится. И мне захотелось вот именно вот такую вот цельную, которая помыла, и с ней все в порядке. Вот. Я ей довольно часто пользуюсь. Вот, допустим, маслица на противень. Налил, ею размазал. Хлеб надо достать, ею достал силиконовая. Там намазать курочку специями, там и майонезом тоже. Вот. Напишите, кстати, в комментариях, как вы ее используете. Может быть, какие-то еще есть интересные варианты. Так, стоила она 55 рублей, 24 сантиметра даже. Ну, такая вот, прям вот, вот она, а вот, мягенькая. Здесь вот такая она жестенькая. Розовенькая и была, по-моему, зеленая или оранжевая, не помню, такое что-то. Так, дальше у меня идет аккумулятор холода, такой вот. Изначально я... Его увидела, мне показался ярко-розовым, но я не стала брать. Когда пришла снова в магазин, их уже не было. Не осталось ни одного. Но все-таки я вот нашла, решила взять. Все-таки она нужная, эта вещь. Положила ее в морозилку. И потом, вот так, не дай бог, что-нибудь ударились там. Срочно надо положить лед, и чтобы не доставать там какие-то замороженные ягоды, да, и ими прикладывать лед или там что-то такое. А таким, такой вот аккумулятор холода, он как раз вот подойдет. Ну, тоже его с вами проверим, посмотрим, как он замораживает, насколько его хватает, сколько он времени замораживает, потому что тут времени написано. Вот, также были разные, было еще типа банки варенья и апельсинка. То есть такая отрезанная апельсинка, мне тоже понравилась. Ну, я решила взять такую вот. Вот там какие-то кусочки. Силикон или чего-то, не знаю. 55 рублей стоило. Так, купила я журнал наклейки. Так, где здесь? А, плюс один. Были еще разные другие. Вот. Но мне понравилась больше такая. Здесь трактор. Сейчас покажу. Здесь у нас наклейки. А, ну вот они. Глянцевая бумага такая. И здесь как раз вот дети очень любят, я знаю, наклеивать что-то куда-то, отклеивать, переклеивать. Вот. И вот тут идут всякие лягушки, домики, да, арбузики, птички. Самое такое, я взяла самый-самый ходовой, самый простой, чтобы ребенку там не объяснять, что такое это, а что такое это. Как раз вот для самых маленьких. Большие наклейки, многоразовые. Thank you.
Вот. Так, также я взяла шоколадку Победа вкуса, шоколад с коньяком. 99 рублей стоил, здесь у нас 180 грамм. Вот, на нее будет отдельный обзор, выйдет, какая она на вкус, какая она внутри. Вот. Продаются они на кассе. Прям шоколадом таким пахнет. Ну, конечно, название такое, Победа, как-то... Альпенгольд как-то звучит лучше. Победа как-то, ну, и с коньяком как-то прям это... Как во времена войны. Так, положим ее тут. Так, здесь у меня остались баночки для сыпучих, 99 рублей. Ну, такая баночка уже была, я уже покупала. И мне вот не хватило двух баночек, вот такой баночки для риса. Вот, каши как раз я туда засыпаю. И баночка для муки. Сейчас я ее покажу. Такую вот я решила ее для муки, у меня одна такая есть, и я нашла наконец-то вторую. Здесь вот сверху видно, они такие большие, крупные, красивые. Вот. Легко они откручиваются, легко закручиваются, мне это нравится. Другая баночка у меня есть, она как-то тяжело закручивается, надо попасть в резьбу, вот, давнишнюю уже. Вот это вот красивая. Как раз вот двух баночек мне не хватало. Тоже она там 99 рублей. Так, и давайте посмотрим мой второй пакет. Тоже я купила там. Так. Здесь у меня баночки, а емкости для специй вышли наконец. Я на самом деле очень-очень долго ждала, когда же они появятся в фикс-прайсе. Сначала я нашла на Галамарте. Думаю, закажу там. Там 26 рублей они стоили. Ну, все, что-то никак у меня не получалось. То я не могла войти в свою страничку в этом вот Галамарте. Меня никак он не пропускал долгое время. То я потом зарегистрировалась. Некогда было пойти забрать их. Ну, он далеко от нас находится. Ну, думаю, подойдут, может быть, подожду, вернее, сейчас, думаю, в фикс-прайсе появится. И, наконец, я зашла в группу, смотрю, появилась. Вот, получается здесь вот 99 рублей, то есть одна баночка стоит 33 рубля. Вот. На них я сделаю отдельный обзор, мы с вами их посмотрим, потому что я смотрю в группе, там очень много у всех вопросов. Будет лучше, наверное, если это будет отдельным роликом, чтобы люди посмотрели, какие они внутри, потому что тут вот через камеру вы особо не увидите, что да как. Вот, купила я такие три пачки. Вот они у меня, потому что мне надо было много. Изначально я хотела, мне нужно было 25 штук, но я решила не транжириться. Купила 9 штук, у меня вот их получилось. Думаю, ладно, пускай пока будет так, а если мне будет их мало, я потом докуплю, найду где-нибудь. Ну, так же будет. Вот. И моя последняя покупка, это вот такая вот чаша. Чашка душлак, да? Да, душлак с миской. Такой вот. Стоила она 99 рублей. А цвета были фиолетовые. Ой, да, розовый, о, господи. Оранжевый, зеленый, фиолетовый. Вот. Сначала хотела зелененьким, потом думаю, ладно. Вот она открывается так вот. То есть, допустим, вы кладете, вам нужно помыть ягоды, высыпаете сюда ягоды, наливаете воду. Там... Да, вот так вот подергали туда-сюда, чтобы вся грязь там стекла. Достаете, подождали немножко, ягоды у вас сухие, а вся грязь у вас остается тут. Это очень-очень удобно. И, кстати, она довольно жесткая, ну, такая плотная. То есть предыдущие были чашечки за 200 рублей, там тоже были большая чашка, поменьше, в ней вот это такой же типа душлаг, и еще меньше. Изначально хотела их купить, но... Эти чашки, они мягкие. Я так подумала, вот я ее возьму, если вот так вот налью воду, она просто у меня сломается. А тут вот она прям такая плотная, ну, известно, немножечко она большеватая. Было бы, наверное, удобнее, может быть, если она была круглой и чуть-чуть поменьше. Ну, ладно, сойдет. Куда-нибудь я ее впихну. Вот так же зелень там помыть, огурцы, помидоры, вот там вот все это помыл, потом поднимаете, вся грязь остается внизу.
Очень хорошая покупка. Я уже как раз начала искать, где такую купить. Вот тут даже какие-то есть дырочки, вот они. Не знаю, а, ну чтобы она не скользила, наверное. Вот, вот они мои все покупки. Все. Да, довольно так это мало что-то получилось. Много купила, как всегда, купила все самое основное. Вот. Каждый раз приходишь в фикс прайс, и каждый раз покупаешь самое основное, и в итоге вещи, деньги уходят, а вещи копятся, копятся, копятся. Вот. Ну, так и вот у меня покупки. Расскажите в комментариях, вернее, напишите в комментариях, что покупаете вы чаще всего в фикс прайсе, какие вы хотите, чтобы я сделала обзор на продукты из фикс прайса. Вот. Также пишите свои отзывы, когда я буду делать вот обзор на вот эту вот, тоже дождитесь. Обязательно свои отзывы пишите под роликом в Ютубе, потому что в Ютубе больше смотрят, чем где-то там. Вот. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.